Вас вітає служба інформації Телерадо компанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Боротьба с коронавирусом. Об мерах, приймаемых у регионе, сегодня рассказал старшиня облвыканкама Геннадь Соловей. Добраупорядкование областного центра. Каля 70 улиц плануют адрамонтовать сёлета у Гомелі. Ушановать память. Мурал с портретом Емельяна Барыкина упрыгожить фасад шматповерховки на улице, названной гонар Героя Советского Союза. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. На Гомельщине предпринимаются активные меры по борьбе с коронавирусом. При этом для вырашения існуючих проблем зараз притягиваются предприемства региона. У приватности размова идея об сродках индивидуальной аховы и дезинфицирующих сродках. Наши корреспонденты потекавились подробязностями. У Белорусском Державном университете транспорту для допомоги медикам задейничали 3D-принтер. Зараз на им вырабляют специальные переходники для областной дитячей больницы. Сфера их выкористания – кислородные аппараты. Переходники позволяют подключать до их одночасово два человеки. Нельга сказать, что их нема у продажи, але только у наборы с иншими комплектующими. Меж тем, собекошт переходников, вырабляемых у Белорусском Державном университете транспорту, усяго каля 50 копеек, а махчимости для их вырабу практично не обмежа. Потребность такая возникла, мы совместно определили конструкцию, были уточнены модели и буквально вчера приступили к их печати. Сегодня первую партию, то, что мы изготовили, мы передаем на испытания и на дальнейшую корректировку. У институте механики металлополимерных систем у боку от допомоги медикам не застались так само, причем для вытворчести медицинских масок задейничали иснующее обсталевание для вытворчести полимерной пленки. Новую технологию не только худко отпрацавали, але уже вырабили несколько десятков экземпляров для гомельских больниц. У поравнании с 3D-принтерами продукционность такого способа вытворчести выше у нескольких разов. Работана такая маска медицинская, которая защищает медперсонал от аэрозольных выделений. Но это еще не все. Сейчас мы разрабатываем материал для использования в фильтрах, то есть фактически в повязках, которые это так называемая полимерная вата, которая используется в респираторах тоже для защиты медицинского персонала. Она у нас в двух исполнениях. Это традиционная вата, либо так называемые полимерные маты, которые более технологичные, могут прямо использоваться персоналом для защиты. Значная увага в творчестве повязок, змарли и нетканых материалов. Зараз отповедные заказы выконываются на гомельских фабриках Коминтерн 8 соковика, Речицким текстильным комбинате и Жлобинской швейной фабрице. А парша того, до этой справы притягиваются приватные структуры. Я еще один накерунок – выпуск дезинфицирующих сродков. На территории области начато производство дезинфицирующих средств. Это наши предприятия, которые, хоть они этим делом раньше не занимались, в частности, Калинковские бытовой химии предприятия. За вчерашний день мы уже выпустили первые 2 тонны таких материалов дезинфицирующих. И, конечно, ставится задача производить их до 10 тонн в сутки. Для этого они будут поставляться и поставляются уже у фармацию различной емкости. Мы начали с пол-литра. И, ну, конечно, для таких больших предприятий фармации, как медицинских, они поставляться будут 5-литровые тары. В воскресенье запускается новое предприятие акционерным обществом «Радомир». Это в Речицком районе. Они будут выпускать до 5 тонн. В настоящее время производится наладка оборудования. Сегодня должны быть подписаны документы, и 12 числа мы начинаем их производство. Олег Сентюров, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Профсоюзы Гомельской области протягивают оказывать допомогу медицинским установам. Только у рамках региональной программы «Клопота об человеку працы» набыты и поставлены у больницы и поликлиники сродки индивидуальной аховы на агульную сумму о амаль 30 тысяч рублей. Сегодня под эгидой областной организации Белорусского профсоюза работников аховы здоровья у лечебной установы региона поставлено 2000 комплектов сродков индивидуальной аховы для медиков. Это не первая профсоюзная допомога. Напередодні только медицинские правкамы собрали и набыли для своих коллег необходимые в сучасных умовах речи на амаль 50 тысяч рублей. Не застались у боку иншие галиновые комитеты. А проша того, зараз профсоюзы почали страхование медработников, которые захворели на коронавирус. Еще один накерунок деятельности – материальная подтримка предприемствами своих сучасных и былых работников.
создание при первичных профсоюзных организациях всех нашей области, а также фондов помощи, которые будут направлены, денежные средства этих фондов будут направлены для поддержки людей, работающих на предприятии, как сегодняшних, так и бывших, попавших в затруднительное положение в связи с эпидемиологической ситуацией. В настоящее время оказана помощь на около 40 000 рублей для такой категории наших работников. Коронавірус став сапраўды балючай тэмай як у свеце, так і ў нашай краіне. Але, на жаль, сітуацыя не абмяжоўваецца толькі распаўсюджваннем інфекцыі. Усё часцей грамадства сутыкаецца з выпадкамі каранавіруснага махлярства. Спекуляцыі на тэме хваробы, прапановы насельніцтву цудадзейнай вакцыны маюць месца ў розных кутках рэгіёна. Пра хлусню і праўду аб каранавірусе наша здымачная брыгада даведалася ў Гомельскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце. Проректор медицинского университета Дмитрий Рузанов ведая об хворобах органов дыхания все. Старшиня Гомельского отделения Белорусского респираторного товариства, член Американского таракального товариства, Международного союза борьбы с туберкулезом. Все это только частка досягнения у наукоўцы. Погляд специалиста относно злошастного вируса однозначный. Ситуация напруженная, але контролюемая. Мы наблюдаем сейчас рост числа случаев с коронавирусной инфекцией, но это рост линейный. И именно вот этот линейный рост, вот эта передышка позволяет нам принимать взвешенные, адекватные решения, готовиться к различным планам развития сценария по коронавирусной инфекции. Как говорит наш министр, у нас есть план А, Б, С и Д. Мы готовы к любым развитиям ситуации. Пільная увага тэме коронавируса неабходна, але яна мае адваротны бок. Фейкавая інфармацыя аб інфекцыі ў інтэрнэце ўзрастае ў геаметрычнай прагрэсіі. Няведаннем грамадзян карыстаюцца аферысты. Дмітрый Рузанаў развеяў асноўныя міфы пра коронавірус. Я хочу сказаць сразу о том, што вакцына раньше, чым осень і зіма, она не паявіцца. На сённяшні дзень не существует профілактычных различных препаратаў, которые бы позволілі избежать інфіцыры. Беречься от коронавирусной инфекции не так сложно, да, и это совершенно элементарно, и мы все эти правила хорошо знаем. Совершенно не нужна маска на улице. Вот мы сейчас с вами общаемся на улице, и дистанция между нами более 1,5 метров, то есть это делает такое общение безопасным. Гомельский державный медицинский университет проводит певную социальную работу у метах профилактики коронавируса. Студенты-волонтеры допомагают пожилым людям и иншим категориям повышенные рызыки захворывания. Будущие врачи и керовники их альма-матер спадзяются на вашу осторожность. Не дайте махлярам подмануть себе. Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Быть заўсёды спокойным так, напэўна, не бывае. Трывожыцца гэта нормально. Напрыклад, калі чалавек адчувае небяспеку альбо оказывается ў незнаёмай сітуацыі. Гэта інстынкт самазахавання. Але здараецца так, што з функцыянальнага пачуцця трывога пераўтвараецца ў паталагічнае, паніку. Якраз менавіта ў сённяшняй неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыі павялічылася колькасць такіх грамадзян. Што рабіць і якія парады даюць спецыялісты, даведалася Марына Джалая. Звонки на горячую линию, звороты до психологов и психотерапевтов. Это доступные шляхи, как привести свой эмоциональный стан у норму. Некому хапая гутерки по телефоне, иншим потребуется особистая консультация психолога, шерого медикаментозная терапия. Соромного у гэтым ничего нема. Коли человеку тяжко вытримать стресс, треба исти до специалиста. Не марудить, не лечить себе усесильным, просто дозволить себе подтрымку. Так званая коронавирусная паника, кажут психологи, погоршила эмоциональный стан многих людей, больше сталого узросту, яким доводится зараз находится у самоизоляции. Тяжко в одиноте, сум по близких, а тюль тревожные расстройства. Парады для всех достатково огульные, але эффективные. Во-первых, это любое действие. То есть даже такое правило, если тебе плохо, действуй. Да, то есть, как бы, когда человеку тревожно, грустно, ему нужно отвлекаться на любое действие. Недавно по телефону доверия рассказывала женщина, что когда на нее нахлынивает вот состояние тревоги, она идет и перемывает по дому всю посуду. И ее это очень сильно успокаивает, потому что она в действии, она сосредоточена на какой-то работе, тревога уходит. Чтение книг, просмотр каких-то приятных телепередач, любимая еда –
еда, там, ну, например, зеленый чай, шоколад и бананы. Это три продукта, которые действительно убирают уровень тревоги в организме. Занятия спортом. Як зрозуметь, что эмоции вышли из-под контроля и час звертаться до специалиста, тлумачить психотерапевт. Есть тревога гиперболизированная. Когда человек испытывает вот эти вот патологические ощущения, например, как сердцебиение, чувство нехватки воздуха, паника, желание куда-то бежать, с кем-то говорить. Опять-таки вот это вот тревожное неописуемое состояние. Но при этом тревога направлена куда-то туда, что может быть, но, скорее всего, не будет. То есть, когда, например, люди уже на 100% уверены, что они переболели COVID-19, либо они считают, что у них пневмония, но при этом нет никаких признаков и каких-то опасений для этого. Вот с такой проблемой уже можно обращаться как минимум на горячую линию, либо к психологам, находящимся в поликлинике. Мы вырашили испытать у гамельшан, те выкликая у их тревогу сегодняшняя рычаисность, сформированная распаусюжением коронавирусной инфекции и связанными с этим обмежеваниями и погрозами. Естественно, тревожимся, потому что в семье есть дети, переживаем за детей. По возможности пытаемся их изолировать от посещения детских садов и школ. Ну, как вам сказать? Я бы не сказала, что тревожусь. Нет? Чуть-чуть тревожимся. Тревожимся? Ну, в какой-то мере. Переживания есть, руки обрабатываем, все процедуры проходим, которые необходимы, но на улицу все-таки выходим. Если честно, не сильно тревожусь по поводу коронавируса. Тревожусь, когда ко мне подходят с микрофоном. Сидела 3 дня дома, но это невозможно. Еще раз учусь ходить. Вот вышла с книжкой, ну тут же людей мало. Нет, я не боюсь коронавируса. Як обагульнение, неведомое часто полохае. Нагадаем, это норма. Як упершыню лететь на самолете, альбо скакать с парашютом. Выкарыстовывайте доступные меры профилактики, але не забороняйте себе жить. Калі ж якое життя за стрессу резко погаршается, телефонуйте на круглосуточную горячую линию Гомельской областной клиничной психиатричной больницы по номеру 31-51-61. Альбо записывайтесь на прием до психолога и психотерапевта. Зарабить это можно анонимно. Марина Джала, Валерий Хапанин. Телерадио компания Гомель. Еще тыдень. Белорусские школьники пошнуть в учебу 20 красовика. Сегодня в Министерстве эдукации поведомили, что термин вясновых каникул подолжится на 6 дён с 13 по 18 красовика. У гэты час протягнуть працу школьные лагеры. Яны будут функционовать по заявным принципе. Не будет спынена и работа гурткоў по интересах. Так само для наученцев распрацаваны интерактивные программы по особных учебных дисциплинах. Зараз корректируется навушальный план у сувязи с подолжением каникул. Однако навушальный год не протягнется. Адукационный процесс у заключной чверти будет ожитявляться с 20 красовика по 30 мая. Лимит оплаты по картках без уводу пин-кода повелишили до 80 рублей. Про это поведомляет банковский процессинговый центр. Нагадаем, ранее максимальная сумма платежу без пина была 20 рублей. Поведомляется, что у данной эпидситуации в Украине нововведение дозволить тримальникам платежных карток не только скоротить час здесьнения оплаты, але и позбавить от необходимости лишний раз докранаться до терминала и вводить пин-код. Пагутарыць по телефоне с прадстаўнікамі мясцовай улады жыхары нашага рэгіёна змогуць заўтра. У гомельскім аблвыканкаме на пытанні грамадзян адкажа намеснік старшыні Уладзімір Прывалаў. Телефон для сувязі 33 12 37. У гэты час прымаць званкі будзе першы намеснік старшыні гомельскага гарвыканкама Александр Германаў. Нумар телефона 33 09 59. Прамыя лініі, як і звычайна, працуюць з 9 до 12 гадзін. Каля 70 улиц плануется адрамонтовать сёлета у Гомелі. План ремонта включает десятки позиций. Это улицы, проспекты и проезды во всех районах областного центра. У первую чергу увагу нададут магистралям с интенсивным транспортным потоком, включающие проспекты Рэшицкі, Леніна, Перамогі, Космонавтаў, улицы Советскую, Іліча, Кірова, Барыкіна, Хатаєвіча, Мазурова, Богдана Хмельницкого, Магілёўскую, Яфремова. Полный перелик улиц и проспектов, унесенных у план ремонту на бягучий год, опубликован на сайте Гомельской городской жилево-коммунальной господарки.
Мурал з портретом Емельяна Барыкіна упрыгожыць фасад шматпавярхоўкі на вуліцы, названы гонар Героя Савецкага Саюза. Не толькі ўшанаваць памяць, але і візуалізаваць вобраз легендарнага партызанскага камандзіра. Такая ідэя стварэння графіці. Дарэчы, з прапановай да абласных уладаў звярнуўся жыхар Гомеля. Емельян Барыкін – знакавая фігура для нашага абласнога цэнтра. У 1941-м ён кіраваў эвакуацыяй Гомеля. Пасля вайны – адбудову, а падчас акупацыі кіраваў партызанскім рухам. За аснову мурала ўзялі самы вядомы фотаздымак Емельяна Барыкіна, дзе ён з барадой. Гэта фотакартка з гісторыі. Сам герой Савецкага Саюза казаў, што не будзе галіцца, пакуль апошні захопнік не пакіне наш родны край. Закончаны выгляд мурал атрымае ў бліжэйшы тыдзень-паўтара. Вера вачыма маладых. Гамяльчан запрашаюць прыняць удзел у фотаконкурсе, прымеркаваным да 95-годзе з дня заснавання і 30-годзе з дня адраджэння Гомельскай епархіі. Да удзелу ў ім запрашаюцца фотааматары і прафесіяналы ва ўзросце ад 14 да 40 гадоў. Ад кожнага аўтара прымаецца да 3 работ, каляровых і чорна-белых. Да здымкаў трэба прыкласці апісанне. Журы будзе ацэньваць арыгінальнасць работы, тэхнічныя якасці, кампазіцыйныя і каляровыя рашэнне. Конкурс праводзіцца ў 2 этапы. Заяўкі прымаюць па 1 мая. Да 15 мая будуць падведзены вынікі і вызначаны пераможцы. Узнагароджанне адбудзецца 23 мая падчас велікоднага балю праваслаўнай моладзі Гомельскай епархіі ў ГЦК. Для тых, хто не зойме прызавыя месцы, але будзе адзначаны журы, таксама прадугледжаны падарункі. Гэта іншыя навіны, інфармацыя о праектах тэлерадыёкампаніі Гомеля вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Дэ-факта на телеканале «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Два крупных пожара площадью в 32 гектара в Лельчинском и Норовлянском районах ликвидированы. Об этом по итогам работы за сутки сообщили в Гомельском областном управлении МЧС. Еще 9 лесных пожаров удалось потушить на территории Калинковического, Петриковского, Житковического, Реческого, Чечерского, Кармянского и Мозырского районов. Палы травы тоже пошли на спад, однако имели место случаи возгорания домов по причине неосторожного обращения с огнем. Так, в деревне Полов Кигельского района пламя почти уничтожило жилой дом. Хозяин, пенсионер, не пострадал. По схожей причине произошел пожар в нежилом доме деревни Хвоинск Житковического района. Пострадавших тоже нет. В Мозыре 2-летний малыш отравился средством от муравьев. Мальчик попал в реанимацию городской больницы с острым отравлением. Ребенок попробовал на вкус самодельное средство, в составе которого была борная кислота. По словам медиков, последствия таких случайностей могут быть трагическими. Специалисты просят родителей внимательно следить за детьми, не оставлять в зоне их доступа опасные вещества и средства. О состоянии ребенка из Мозыря пока не сообщается. Пытались уйти от преследования, но не вышло. Сотрудники ГАИ опубликовали видео погони за мотоциклистами. В деревне Крюковичи Калинковического района мотоциклист стал удирать от работников ДПС, когда увидел их служебный автомобиль. Инспекторы решили догнать нарушителя. Тот петлял по улицам деревни, потом по проселочной дороге, но скрыться не смог. Экипаж опередил лихача и заблокировал ему путь. Оказалось, мотоциклист – бесправник. Мотоцикл теперь на штрафстоянке, а его хозяин получил на руки 5 протоколов. А этот мотолюбитель пытался уйти от погони в деревне Скригалов Мозырского района. Только события происходили чуть раньше. В отличие от предыдущего мотоциклиста, он водительское удостоверение получал, но его транспорт не был зарегистрирован. В итоге 2 административных протокола и лишение права управления на год. Госавтоинспекция призывает всех водителей мототранспорта к неукосительному соблюдению правил дорожного движения, а также к ответственному отношению к собственной безопасности, а также безопасности других участников дорожного движения. В выходные ГАИ проведет массированную отработку трассы М-10 «Граница России» Гомель-Кобрин. Как сообщили в управлении, в центре внимания батальона ДПС будут нарушители скорости, правил перевозки грузов и пассажиров, требования обгона и выезда на встречную полосу движения.
И напоследок о том, что забывчивость может стоить денег. В Мозыре мужчина попрощался с крупной суммой наличности из-за того, что оставил свою сумку на крыше автомобиля. Сел в салон, подъехал к магазину, сходил за продуктами, а когда вышел, даже не заметил, что сумочки на крыше уже нет. Позднее ее нашел случайный прохожий и передал хозяину. А милиция установила, что кражу совершил неработающий 37-летний житель Мозыря. Увидев на крыше авто заманчивую вещицу, он быстро прибрал ее к рукам. Кошелек вытащил, а сумку выбросил. Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения. К этому часу это вся информация. До встречи на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, костяк которой составляют спортсмены из нашего региона, имеет на Олимпиаду 2020 серьезные медальные планы. Теперь их по известным причинам пришлось отложить на год. Национальная команда практически в полном составе и сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Мозыре. Юниоры работают в Заславле. Часть атлетов еще на изоляции. Это те, кто вернулся с заграничных сборов. Благо, что решение о переносе игр было принято именно сейчас, когда спортсмены еще не вышли на пик формы. Так что сильным потрясением это не стало. Другое дело, если у гребцов были планы личного характера. С этим тоже придется повременить. Тренировочный процесс, естественно, корректируется, но очень осторожно. Строить планы на далекую перспективу в условиях календарной неопределенности проблематично. Планы будущие, естественно, пока не можем такие строить далекие, потому что сегодня, скажем, Международная ассоциация каноэ АСИФ пока приостановила и отменила все международные старты до середины августа 2020 года. Следующая информация приблизительно должна где-то в мае месяце разослаться по федерациям. Отсюда мы уже будем строить свой календарь. Что касается внутренних стартов, то им также быть, естественно, если позволит эпидемическая ситуация. Готовиться и не, скажем, участвовать в соревнованиях не будет совсем правильно и для спортсмена, и вообще. То есть нам на следующий год надо формировать команду и дальше работать, дальше жить. Поэтому определили так, если все будет складываться хорошо, нормально, то есть пойдет какая-то тенденция спада этих заболеваний, то планируем где-то там июль-август, то есть все-таки ближе туда к концу лета провести для взрослых, скажем, это Кубок Беларуси и Чемпионат Беларуси, а для юниорского возраста, это 18-летние, провести Олимпийские дни Республики Беларусь молодежи, затем спартакиаду среди детско-юношеских спортивных школ, вот, и первенство Республики Беларусь. По последним данным, в 2021 году Олимпиада пройдет в те же сроки, что и планировалось в 2020. Это плюс для гребцов, сезон у которых начинается весной. Можно не форсировать подготовку. Для нас еще тем хорошо, что Олимпиада перенесена вот именно на те сроки, которые планировалось в августе. То есть наш вид спорта, поначалу были разговоры где-то в мае месяце. Для нас это не совсем хорошо, потому что как раз самый подготовительный период еще только-только начинается. Соревнования, первые старты в это время. И сразу такой ответственный старт, поэтому для нас это было бы не совсем хорошо. А то, что в августе следующего года, ничего ж, все остается, как и было, Олимпийские игры 2020, Токио, то есть. Поэтому будем работать, готовиться со всем, так сказать, энтузиазмом. Более конкретные планы на будущее руководство национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ озвучит в ближайшие дни. Меняются даты, но не меняются планы. В 2021 году беларусы все так же намерены быть на пьедестале Олимпийских игр. Сегодня стартовала игровая программа 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. В Гродно играет Неман и Белшина. Мозырская Славия свой поединок проведет в понедельник, 13 апреля. Соперник – Рух. Игра состоится в Мозыре на стадионе «Юность». Начало в 17:30. Гомельский «Локомотив» представил очередного новичка. Состав железнодорожников пополнил форвард Павел Клиньо. В послужном списке у 20-летнего футболиста выступления за Неман Агра, столичная «Торпеда» и дубль Гомеля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».